появляется у нас здесь город Санкт-Петербург. Сергей, пилот, помощники, Артем, в том числе капитан команды Анна, Рома, Виктория. Остальных участников. А мы тем временем видим повтор. Еще раз посмотрите, как профессионально. Посмотрите, как профессионально. Певца или певица на Евровидении, что они ждали целых 2 года, чтобы продемонстрировать. Докторские руки. А вот почему они медленно едут, потому что это было рассчитано. Тело Панчита должно упасть, а как бы ее крыша... Представление 47 и дальность полета 1. Молодцы, борода Панчита, звездный городок. Так, где... Давай, зрители! Действительно, давайте посмотрим, как оценили московский доги стайл наши члены жюри. Взяческих эффектов, разгон, какой размах крыла, дома разрушена, гостила полетела, ждем! Четкое про участников команды, которые встречают детали. Я лишь могу сказать только одно, что это Годзилла у нас был смотреть. Вы не поверите, все десятки! Это было очень здорово, поэтому поставили как можно больше хороших оценок Годзилле. Поддержите команды, помашите руками! Все, кто сейчас пришел на разговор, так, помашите руками двумя, кто пришел. Хорошее падение было рубля, что вы скажете, как? Лети! Говорить о представлении на сцене жюри, но то, как он тебе, посмотрите, как пропеллер работал. Посмотри, раз на хвостик, опа, колес-то нету, и приземлился, и знаешь, ой, эмоциональное деликатное, сыровяленый свиной окорок. Оцениваешь ты из масштабов, ну, один больше, допустим, аппарат ставит, другой меньше. А у маленького аппарата, может быть, сложности гораздо больше, нежели у большого, да? Поэтому, ну, правда, сложно оценивать. И команды очень нам помогали судить, представляя свои аппараты, рассказывая нам о них, как они полетят, что это такое, что это сюда опускаешь комплекс чая, получается, чай, тут заварка, пожалуйста, лимончик. Кто-то нас задабривал и подарил нам сладости.